Там идут работы по реконструкции объекта недвижимости. Было зарегистрировано нашим уведомлением уведомление о начале строительных работ. У заказчика есть проект. Проект прошел государственную экспертизу. Кроме того, департаментом архитектуры выданы исходящие данные на проектирование. Завтра в 15:00 мы создаем там комиссию. Также будут представители ОСМД, которые будут объяснять, какие трещины пошли по дому. Будет присутствовать технический надзор со стороны собственника объекта, который будет пояснять, какие работы проводятся. И после этого мы дадим больше информации.